Прощайте, Сапов. Счастливый путь. Алани доведет вас до места. Самолет уже вылетел из Хабаровска. И утром будет вас ждать на Большом озере. Торопитесь. Больше суток ждать не будут. Не бойся, начальник. Язык вперед пошел. Настой выше пошел. Говорит будет. Вперед! Они не приедут. Экспедиция не может проехать мимо. Едут, едут! Едут! Смотри, а какой подарок приготовили. А как твои снайперы? Готовы. Завтра стрелять будем. Thank you.
Ну, значит, ясно. Приготовишь все и приедешь в мертвую Ипать. Там меня жди. Смотри, чтобы точно. Ближний путь сам знаешь, сопки, медвежьи ключи. Ну, конечно. Чали впервой. Проводник я, али чё? Разве меньше вас по тайге? Инженер Сап. Николай Николаевич, моя фамилия Петров, инспектор по проверке геологических экспедиций. Прошу. Пожалуйста. Раздевайтесь. Наверное, устали с дороги, да и голодны. Сейчас будем есть. Нет, благодарю вас. Раньше я хотел бы задать вам несколько вопросов. Пожалуйста. Скажите, где ваш начальник? Центр разведок. Группа зимует. А вы? Направлен в Москву. Так. Да вот, застряли и ночуем. До стойбища осталось сходу не более 3 часов. Впереди ведь горы. Ага, значит, первый этап работы закончен. Да. Понимаю, так. Результаты работы, конечно, занесены шифром. Конечно. А ключ от шифра знаете только вы и ваш начальник. А кто же еще может знать? Отлично, отлично. Познакомьте меня с материалами и документами экспедиции. Я вас не понимаю. Я, кажется, выразился ясно. Предъявите мне все материалы и документы экспедиции. Но я не имею права, и вы не можете этого требовать. Значит, вы отказываетесь? Категорически. А если я предъявлю вам специально на этот счет распоряжение, вы можете наложить даже арест на весь материал, на документы. Но ключ к шифру я передам вам только по приказанию начальника экспедиции. Ну, спасибо. Большое спасибо, Николай Николаевич. Вы меня искренне обрадовали и успокоили. Не верьте никаким документам. Документ это только бумажка. Не верьте бумажкам. Проверяйте, проверяйте, еще раз проверяйте. Будьте бдительны. И еще раз бдительны. Вы меня извините, Николай Николаевич, но вы сами понимаете, наше дело такое. Главное, это проверка людей. Неожиданное, внезапное, в лоб. Признаться откровенно, я был очень удивлен вашим требованием. Успокойтесь, Николай Николаевич. Увидел я вас впервые, а знаю это давно. Много слышал о вас. Вот теперь можно будет и закусить. Простите, я совершенно забыл. Ваш проводник тоже с дороги. Я сейчас позову его. Нет, нет. Мой проводник бежал. Как? Да. Утащил ружье и скрылся, как говорят, в неизвестном направлении. Кривая нога ходил, следы прятал. Зачем прятал? Не знаю.
Здесь кривая нога была. В сторону моря пошел. Люди ходить будут, знать будут. Ну вот, кажется, все. А теперь можно по маленькой. На дорожку, по сошок. Нет, нет, увольте, сейчас не могу. А вы, Петя Николаевич, не стесняйтесь. Вы у нас человек таежный. О вас в Москве такое рассказывают. Ну вы тоже молодцом. В такой глуши разыскали меня без проводника. Кстати, где этот негодяй вас бросил? Вот уж не скажу. Название ваших я не знаю. Думаю, что километров 20 отсюда. Вы понимаете, мог бы замерзнуть. Какое безобразие. Будем на стойбище. Я предложу местному совету разыскать вашего проводника и примерно его наказать. Нет, нет, не надо. Нельзя же наказывать людей за их темноту. Да. Темен таежный народ. Всегда насторожены. Прислушиваются каждому шороху. Всегда чего-то боятся. Неудивительно, что и ваш проводник испугался каких-то примет и сбежал. Не все ж, как мой Алани. Хотя и у него бывают заскоки. Наверное, слыхали про Алани. Алани? Нет. Впрочем, кажется, что-то рассказывали. Но про Иныгу? И про Иныгу ничего не слыхали. Про Иныгу? Про какого такого Иныгу? Нет, не помню что-то. Ну-ну, расскажите. В рассказах о тайге оба эти имени неразлучны. Алани и Яныга. А что они, как вы их там назвали, что они, братья или близнецы? Что вы? Слово «враги» не совсем отражает их отношения. Смертельные враги? Да нет, и это недостаточно. Хорошо. Алани красный партизан, Яныга белый офицер. Они охотились друг за другом всю гражданскую. Историй каких много. Не совсем. Говорят, однажды они провели ночь у костра. И расстались с друзьями. Ни один из них не знал другого в лицо. Забавно, но маловероятно. Прошу. Так вот, этот самый Лани, старый партизан, член партии, человек большой отваги, а на уме одни лишь приметы и суеверия. Но стоит птичке не так чирикнуть, остановится и примет самое неожиданное решение. Да вот и сейчас. Нужно уже двигаться в путь, а он какие-то следы обнаружил и ушел. Проверить, говорит, надо. Следы? Какие следы? Какие там следы? И так целый день ищет, ищет, а к вечеру извлечет. Олень на север ушел. Или завтра дождик будет. И еще что-нибудь в этом роде. Он что, у вас проводник? Этот самый, как его, Алани? Да. И вы ему вполне доверяете? Его рекомендовали местные организации. Его лично знает начальник. Я прошу вас запомнить, Николай Николаевич, что в такой экспедиции за людей за все, прежде всего, отвечаете вы, а не местные организации. Понятно? Но он знает маршрут экспедиции только. Как твои приметы? Вечером метель будет. Стой больше ходить надо. Спешить надо. Сейчас пойдем. Сюда человек пришел. Зачем пришел? О, это большой начальник приехал из Москвы. Из Москвы? Да. И понимаешь, он сам добрался. Проводник его назад убежал. На наезд был. Нет. Кривой нога никогда на ней не был. Проводник на ней умирать будет. Все равно впереди пойдет. А, проводник. Слышал, слышал о вас. Очень приятно. Значит, сегодня у вас на стойбище будем? Нашими гостями будете.
Обиделся мой проводник. Говорит, у вас не нанаец был, а какая-то кривая нога. Какая кривая нога? А впрочем, кто их там разберет? Все не на одно лицо. Патроны. Ребята просят передать товарищу Ворошилову, наши снайперы бьют из 50 возможных все 50. Нам идти надо. Вставай! Снимай груз. В руках носить будем. Осторожно ходить надо. Thank you.
Товарищ Петров, что вы? Я полезу, держите крепче. Получит Сталин наши подарки и скажет: хорошие подарки. Ах, какие хорошие подарки. Да вот только не знаю, принять мне их или нет. Если хорошо учатся ребят, приму. А если плохо? Если плохо, рассердится Сталин и скажет: отошлите все подарки обратно. Не нужны мне подарки от ребят, которые плохо учатся. А мы хорошо учимся, нам Сталин так не скажет. Дайте. Я буду твоей мамой. И теперь мне хорошо. Кайчи тоже остался один. Скажи ему тоже. Я буду твоей мамой. Хорошо, маленький. Я ему скажу. Ой.
этом ружье выжжено имя Яныга. Двух сыновей Алани убил Яныга из этого ружья. Но разве нет третьего? Разве не жив Гайчи? Пойди сюда, Гайчи. Возьми это ружье. Отец хранил его для твоей первой охоты на медведя. Возьми это ружье для первой встречи с врагами Родины. Возьми это ружье и прими вместе с ним отцовскую ненависть ко всем врагам народа. Отец следы принес. Кривоногий человек недалеко костер сжег. Отец метку ставил. Проверить надо. Зачем кривоногий приходил? Нет такого у нас. Такой человек был. Это кривая нога. Раньше спирт носил, контрабанду. Его давно нет в тайге. Отец знак ставил, значит есть. Я пойду смотреть, куда пошел кривая нога. Старый Алани умер на моих руках. Я принял его последние слова. Он сказал, что его сын лучший каюр в тайге. Он сказал, что его сын также будет идти впереди. Он сказал, что его сын доведет экспедицию до конца. Я знаю тайгу и сделаю все, что прикажет начальник. Скажите, Николай Николаевич, вам не знакома фамилия Ачевской? Нет. Нет? То есть да. Но кто же не знает инженера Ачевского? Это известный подлец. Получил заграничную командировку, не возвратился, теперь клевещет там на Советский Союз. А вы с ним лично не были знакомы? Был знаком. Приходилось сталкиваться по работе в золотопромышленности. Но я давно уже не работаю по этой специальности. А мертвую пать, заброшенный прииск, вы не помните, товарищ Садов? Нет. Это образцы пород. Да, образцы пород. Они расскажут Москве о сокровищах тайги. Я хочу дополнить ваш рассказ. В этом ящике предметы, которые расскажут, какие горячие сердца растит тайга. Здесь подарки моих школьников, товарищу Сталину. Замечательно. Превосходно. Правда, Гайчи, что твой отец победил этого бандита Яныгу? Нет, он только выгнал его из тайги. Ну, значит, победил? А злой был этот Яныгу? Кедры стонали, когда проходил он по тайге и наступал на их корни. Храбрый твой отец, Гайчи, очень храбрый. А если Яныга снова вернется в тайгу? Ну это пусть только попробует. Я тоже думаю, пусть только попробует. Thank you.
ночью пурга будет. Может быть, переночуете в школе, а завтра пораньше. Нет, нет, ни в коем случае. Нам надо спешить. Приедешь на зимовку, скажи, что в тайге опять появился кривая нога. Смотри, не забудь. Ну-ну, я ведь знаю, что Гайчи пионер. Вперед! 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 Скажите, товарищ Цап, мертвые пать не в этих горах? Может быть, не помню. Может быть, вы не помните и заброшенный прииск? Товарищ Петров, что за вопрос? В чем дело? Спокойно, спокойно, сейчас вы поймете. Эй, проводник! Стой! Инженер хочет осмотреть мертвую пать. Мертвую пать? В сторону ехать надо. Далеко. Проводник. Есть. Лево, лево, лево. Пошел. Вперед, вперед, вперед. На прииск. Вперед, вперед, пошел, вперед. Охотники пошли горячим ключам. Соли покажет вам тропу. Я знаю, я покажу. Отвезете Соли и как раз поспеете к охоте. Вперед! Вперед! Холодно? Ничего, чай сейчас кипит, тепло будет. Нет, да. Слушайте, мне знаком этот прииск, я все скажу. Поздно. Поздно, инженер Сапов. Вы опоздали с признанием на 6 лет. 6 лет назад предатель Очевский и инженер Сапов наткнулись в тайге на заброшенный прииск. Нашли там кости. Чума покосила людей, но осталось золото. А инженер Очевский и Сапов украли его. Нет, нет, мы не украли. Мы нашли его, но здесь, под ногами. Я все, все скажу. Но ведь вы объявили этот приз бесплатно. Нет, это не я, это Очевский. А вы? Вы все это скрыли от советской власти. 6 лет вы берегли этот приз к золоту. Для кого? Для кого? Для Очевского? Для себя? Нет, я все хотел рассказать. Поздно. Да это вы знаете, высшая мера. Расстрел! Расстрел? Нет. Не может быть. Я столько лет работал упорно, не жалея сил. Вот доказательства. Тут пробы материалов. Все тут. Мне доверяют. Меня посылают с этими материалами в Москву, и после этого нет. Не может быть.
Я во всем хотел сознаться чистосердечно. Я хотел сказать всю правду, но я не мог. Сознаться чистосердечно. Через 6 лет за такую чистосердечность к стенке уничтожь. Нет, за признание советская власть не уничтожает. Родник, вы не советская власть, сидите кормить собак. Вам, Николай Николаевич, наверное, интересно знать, откуда мне известны все эти подробности. Так вот, ваш лучший друг Очевский за границей мне говорил... Очевский за границей вам? Да кто же вы? Я? А я тот, кто может вас спасти и погубить. Скажите, что я должен сделать? Немного. Вы передадите мне результаты работы вашей экспедиции. Все документы, шифры, ключ. Все? Нет, только не это. Ключ от шифра. Это же тайна, государственная тайна. Эй, проводник! А приз? Это что, тоже государственная тайна, господин Сан? Да, мы же еще не знакомы. Меня зовут Яныка. Не пугайтесь, не пугайтесь. Вас я не трону. Наоборот, я вам открываю широкий путь к богатству. Это же ваша давнишняя мечта, Очевский говорил. Все предусмотрено. Нам приготовлен свободный переход через границу. Золото мы возьмем с собой. Сейчас сюда прибудет некий человек, попроющий кривая нога, и мы двинемся. Нам сказала, советская власть, это мы все. Человек был. Совсем недавно был. Кривая нога. Товарищ начальник, здесь плохой человек был. Кривая нога. Собак кормил, упряжку прятал, огонь хотел развести. Не бойтесь, большой начальник, начальник МКВД шел по его следам, а кривая нога увидел, побежал. Ничего, теперь далеко не убежит. Врешь! Кайчи пионер, Кайчи никогда не врет. Вот золото, помогите! Прогнил. Не троньте! Это не ваше! Это подарок Сталину! Я не выдал! Яныга? Да, Яныга. А ну, пионер, показывай, где ты видел большого начальника. Где? Где они были? В какую сторону пошли?
Ты будешь говорить, щенок? Молчишь к стенке! Скажешь? Нет. Считай до трех. Раз. Два. Три. Этот щенок оказался прав. В следах они разбираются, к вашим сведениям, лучше, чем вы думаете. Кривая нога действительно был здесь. Его проследили. Думаю, что... Ну, в общем, ясно. С границей плохо. Значит, конец. Конец! А самолет на Большом озере? Советский. Да, советский. Повезете больного. Понимаете? Больного, которому требуется немедленная операция. Случилось несчастье. Пролом черепа, перелом обеих рук. Сажайте меня в кабину, рядом с пилотом. Понятно? Ну, а об остальном можете не беспокоиться. Thank you.
возьмете под обстрел выход из школы. Раньше, чем они войдут в школу, ты успеешь спуститься к реке и бежать. Оставить тебя одну? Да, оставить. Я задержу их здесь. Ты должен уйти вперед. Убьют ли тебя? Бандиты могут бежать. Ты должен сообщить о них на зимовку. Ну, можешь поехать ты. Я задержу бандитов. Нет, Гайчи, ты лучший каюр. Торопись. Гайчи, скорее. Ну, чертов снайпер. Записано. Добрых Петр Иннокентьевич, по прозвищу Кривая Нога, 52 лет. Бывший торговец, ГУЛАГ, в 1931 году бежавший из СССР. Я дал свое согласие упомянутому ранее сотруднику японской разведки капитана Мацумото перебросить через государственную границу СССР агента японской разведки белогвардейца Яныгу, он же Петров, за что получил вознаграждение в сумме 500 йен. Пока 200 дали. 300 когда обратно доставлю. Ну так и запишем. Авансом 200 йен. И по выполнению задания должен был получить еще 300. Верно? Ну верно. Убивают. Маму! Маму! Скорее, скорее! Вперед, вперед, вперед! Пошел, вперед, пошел, пошел, вперед! Наверное, небольшая задержка. Подождем еще. Вперед! Вперед!
Мама! Мама! Несчастный случай, перелом обеих рук, черепа, скорее. Нужна немедленная операция. Вот документ. Вперед, вперед! Давайте раненого. Полет отменен. Точка. Пассажиров задержите до прибытия уполномоченного. Держите его! Держите его! Ты шел по следу Яны. Молодец. Настоящий пионер. А пес твой действительно волк. Первый вожак в тайге. Наркому будет доложено о твоем поступке. Начальник, товарищ наркому, скажи. Наши пионеры всегда готовы бить врага. Товарищу Сталину скажи. Ну скажи, как мы любим его крепко.